идет монтаж предстоящей и открывающейся на днях выставки, которая будет называться «Неформат». Ну и меня вот Тамара Григорьевна привлекла сюда. Я решил вот с этими работами, которые у меня относятся, может быть, к не очень форматному жанру, сюда выставить. Так что приходите в Иркутский художественный музей на Карла Маркса. А я сейчас быстренько проведу обзорную экскурсию еще не развешенных работ. Ну, все есть здесь. Я даже вижу портрет, кажется, Марины Свининой. А вдруг ошибаюсь, не знаю. Трудно сказать, чьи это портреты. Да. Вот. Ну, это почти что-то среднее между Глазуновым и Никсом Сафроновым, я так полагаю. Вот, так что есть что посмотреть здесь интересное и любопытное. Это один зал, а там вот есть еще второй зал. Сейчас мы быстренько так вот все посмотрим, нарушая, наверное, все авторские права. Но ничего, пусть это будет рекламой. Это искусство, которое существует вне официальной традиции, вне, в принципе, официального искусства современного, например, совкомы нашей Союза художников. Там жесткий отбор, там какие-то свои критерии профессионализма, там может быть. Ну, и, как я заметила, беспроблемности. Аккуратные, беспроблемные, хорошо написанные работы. А вот я не очень уверена, что подобных выставков взяли бы на выставке вот наши работы. Тем более это художники, которые не имеют мастерских. Редко кто из них состоит в союзе, но такое исключение есть. В основном это художники, которые погружены в собственный творческий процесс. А когда никто не мешает, эти люди могут увидеть то, что не видят другие, которые работают в большом коллективе. И вот эти творческие индивидуальности, 35 человек, раз в 3 года, а может быть в 2 будут собираться, все вместе, вот в этих залах. И тогда зритель увидит, насколько многообразно творчество у нас в Иркутске, даже в области. И вот на этой выставке возникают новые имена, которые впоследствии становятся известными и даже членами Союза художников. Вот такая вот у нас интересная концепция, которая включает и поиски новых стилистических форм отражения, так сказать, действительности, и традиционный язык, вот как, например, вот автор Геннадий Уланкин, который пишет людей, которые вне нашего социума городского. Это бомжи только лесные, благородные, мужественные люди. Это тоже проблематика. У нас есть проблема города. Вот его хаоса, его беспорядка, его беспардонности. Есть политически ориентированные композиции. Это то, что цензура, ну, скажем, в моем лице и в лице нашего независимого выставкома позволяет. Потому что общий пафос вот этой выставки – это позитивное утверждающее начало. Громкий голос в защиту человека, природы, а главное – непрерывный творческий поиск. Совершенствование мастерства. И вот о многообразии просто интересно быть. Я уже помню первую нашу выставку, когда зритель шел толпами, увидев что-то совершенно неожиданное, яркое и очень человечное по своей природе. Кроме стен, на которые вы обратили внимание, у нас будут объемные проекты самого разнообразного типа. К сожалению, не все пока еще привезено. У нас осталось еще 1,5 дня, и мы успеваем к Международному дню музея. Потому что нам предложили, мы подсуетились, и раньше времени открываем эту выставку. Спасибо. А ведь на Ночи музеев вечером можно будет встретиться, да, с художниками? Конечно. Они все, во-первых, на открытие придут. Все там ночью не останутся, потому что у нас здесь пожилые люди. 79 лет и 27. Представляете, какой разрыв? И поэтому творчество, как и любви, все просто оказались покорными. Вот такой пафос. И вам нужно отснять инсталляции в последнем зале. Сейчас пойдем. Там очень смешные... Тамара Григорьевна, а вопрос по ходу, может, и вам интересно будет. А вы вообще все равно ведь производите какой-то отбор? То есть вы говорите, нет никакой цензуры, да? А с другой стороны, цензура – это ваш вкус, правильно? Это один вопрос. А второй вопрос. Вот нет ли риска в данном случае... Ну, я думаю, что это как будет отсеяно все равно временем, да, что сюда влезут, извиняюсь, как раз не художники. То есть ведь если нет критериев, да, правильно? Критерии то... есть, я уже сказала, творчество, какие-то свои личные, неповторимые достижения. Вот есть взгляд на проблему, которую озвучил Мурав Мамардашвили, его теория распятого человека современности. И он смотрит на старую, в принципе, проблему и видит что-то новое. Художник или вообще такого как бы деления уже нету. То есть любой, я сейчас, вот, например, фотографии лежат, да? А он художник или не художник? И так далее, и так далее. Величина. Крупные наши музеи страны, я не про имена. Немножко подставили. У нас нет отдела художественной фотографии в музее, мы будем только собирать. У нас нет философского наива, все крупные музеи, ну, вот, скажем, Чербинин Владимир. Художник он или не художник? Художник. Наверное, я и спрашиваю, а как вот вы определяете все-таки художника от нехудожника отличаете? Потому что сегодня ведь какая ситуация? Да. Пришел мужик, прибил, извиняюсь, мошонку к Красной площади, и о нем пишут и известный художник, да? Или пришли девки, станцевали, да, там в храме, и они художницы стали. Вот как отделять? Это образ, в котором нет пустоты и равнодушия. Пустоты и равнодушия нет в лае собаки. Ну вот посмотри, художник он или не художник. Это по-новому взглянул на традицию. И ничем не зашоренный, кстати, кандидат психологических наук, физик по образованию. Он видит этот мир совершенно по-другому, сконцентрированно, может быть, как-то даже эгоистически. Но он очень действует, там такая мощная энергетика. Понятно. Нет, а я... Подождите. Я разве хоть слово сказал плохо? Я просто я пытаюсь для себя понять. Образ, ну у нас кто? Пиросманий. У нас кто он? Художник или не художник? Художник. Отразил эпоху, отразил время. Да, свое видение. Нет, и есть другая крайность. Банальность, которую я здесь тоже вижу. Не здесь. Покажи. Ну, я не буду пальцем показывать, ладно, да. Сегодня. Есть. Вот банальность и кич, есть такие понятия, да? Типа, возьми этого, я не знаю, будем убрать или нет, и еще. У нас еще эффект пинка. Это как? Есть художники, которые не определились. То пленер, то под кого-то. И вот мы выбираем работы, согласно которым этот человек может дальше развиваться. То есть вот в этом коллективе, может быть, наконец-то она определится в своих интересах. Вот. Пока я занят. Короче, я не понял, художник я или не художник. Выдающееся явление в культуре. Все, до свидания. Ладно. Выпросил, пойду в другой зал. Вот второй зал тут будет. Это для того, чтобы в тот зал попасть, надо пройти через этот зал, да? А, вход будет здесь, наверное. Ну, насколько я знаю, это Третьяков у нас. Во, какой портрет. Какой портрет Турунова. А написал Квасов. Скажите что-нибудь для интернета. идет трансляция просто. Просто, безотносительно. Вот есть возможность сказать миру что-нибудь. Не люблю я нашу власть. Особенно президента Путина. Так я на полном серьезе это отправлю. Ради бога. Да, куда-нибудь. Куда-нибудь. Его тоже отправим здесь. Живет этим. Последнее. Вместо стерхов использовал Крымский мост. У меня как раз по этому поводу работа, и там будет текст к ней. Во всем результатам человек пиарится. Куда ему больше пиарится? Сирия, Украина. Куда больше пиарится? Ну ладно. Хоть бы успокоился. Вот по этому поводу, да? Ну так, сделать. Лучше про искусство спросить, я бы сказал. Так а я и спросил. Про искусство могу сказать. Ну, я серьезно записываю потом это на YouTube. Нет, ну искусство само собой. Оно требует не только материальных, как говорится, вложений, но еще и требует своего зрителя. А чтобы зритель встречаться с другими людьми. Вопрос сложный. Дело в том, что вот моя парадигма искусства, например, она отрицает зрителя. Потому что как только ты начинаешь работать на зрителя, ты начинаешь гнать кич. Я тебе скажу, смотри, что позволяет искусство, да? Вот одно из этих. Да ты не мешай. Подожди, не дал сказать человеку. Именно живопись позволяет как бы посмотреть на мир глазами другого человека. Мы же не можем же залезть, например, мы видим, как мир воспринимает тот художник, тот. Мы видим, мы смотрим на мир глазами этого художника. Понимаешь? Почему? И мы понимаем, что он видит, что выделяет. Нет, ну нет, нет. Дело в том, что... Подожди. Ну, кто-нибудь один. Дело в том, что в мире 6 миллиардов человек. Невозможно смотреть на мир с 6 миллиардами глаз. То есть, подожди, ну, дай сказать. То есть, я пытаюсь вычленить, что самое главное вообще в искусстве. А я вот ты говоришь... Я говорю о живописи, да? А графика уже нет, не подходит. Живопись, рисунок, графика, фотография. Вот я о чем хочу сказать. Вот ты посмотри, допустим, ученый изучает, как, вот, допустим, залезть в мозг человека и посмотреть, что он видит, его сновидение, да? Как он мир воспринимает. А вот живопись это уже позволяет. Почему нам интересны, допустим, первобытные рисунки? Мы смотрим, как вот те люди видели мир, что они выделяли. Нам это интересно, понимаешь? Давай к одному слову. Вот я когда студентов спрашиваю, я на доске начинаю записывать просто по пунктам. Вот первый пункт, я говорю, вот искусство, что оно, чем оно отличается? А я говорю, когда студентам объясняю, говорю, вот живопись позволяет смотреть на мир глазами этого художника, другого художника. И так может быть, если 6 миллиардов художников, значит, 6 глазами, понимаешь. И, например, смотри, мы открыли, допустим, открыли другую цивилизацию, да, нам было бы интересно. Если у него будет даже один зритель, он его должен слушать. А теперь смотрите. Вот давайте, много, дайте мне сказать, вы мне не даете. А вот вам пример. А вот смотрите, художник ли и настоящий... Вот для меня идеальный художник – это Чукча, который едет в тундре и поет песню. Он едет на оленях. Вот, он едет на оленях. Да слушай, дай мне сказать. Вот... У него нету слушателей, ему совершенно пофиг, купят у него эту песню или не купят. Ему абсолютно без разницы авторские права, ему абсолютно не интересует вообще кто-нибудь его взгляд там каким-то образом разделяет или не разделяет. Но он едет и поет песню. Вот и что, он не художник? Так вот он очищен максимально, вот он максимально очищен от всех тех наслоений попсовых, о которых вы оба говорите. Вам нужен, попсовых, потому что ты говоришь о том... Познавать мир, увидеть мир глазами другого. Это называется потребительство. Нет. То есть ты используешь художника и искусство... Это познание мира через живопись. Познание мира же может быть через живопись. Так чья? Через чью-то живопись или через... Стоп, стоп, стоп. Возьмем таком, подожди, теперь ты меня не перебил. Да нет, ты меня перебил. Нет, подожди, я понял там про Чукчу, что... А я тебя понял. Все, я понял. И я понял. Ты мне не даешь говорить, и я тебе не буду давать говорить. А я мысль не закончил. Нет, 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 и я не закончил. Я не закончил. Я не закончил. Определитесь. Вот чего вы хотите вообще? Возьмем такой... Вот возьмем такой идеальный случай. Подожди. Вы смотрите, допустим... Все, я убегаю. В общем, открываем цивилизацию. Смотри. Вот знаете, что у вас... Все. Ну ладно, все, я домой пошел. Завтра сюда приду работу развешивать. Слушай, а это вот